В Сырымском районе в штатном режиме прошли выборы акима Бултуртинского сельского округа. Рано утром в назначенное время распахнули свои двери все три избирательных участка. Как прошел важный политический процесс в нашем следующем материале. После исполнения гимна на избирательном участке номер 305 начались выборы. Возможности самим выбрать главу поселка искренне рады многие. Одним из первых пришел проголосовать Раскари Амангарин. От будущего акима житель Бултырты ждет практических шагов и перемен в лучшую сторону. В этом году у нас появилась возможность выбрать акима села. Очень важный день для нас. Поэтому я первым пришел и проголосовал. Как говорится, стань акимом, стань ближе к народу. Думаю, что все мои односельчане примут участие и сделают свой выбор. Бултуртинский сельский округ Сырымского района входит в три села. Сейчас здесь проживает более 2000 человек. На 305-м избирательном участке зарегистрировано 1153 имеющих право голоса. Избирательная комиссия участка номер 305 начала работу месяц назад. За этот период сделано много. Проведена разъяснительная работа с населением, розданы пригласительные билеты. Сегодня в 6 утра пришли члены комиссии, проверили целостность ящиков. В 7 часов утра прозвучал государственный гимн, и мы открыли наш участок. Ожидается, что сегодня 80% избирателей проголосуют. Планомерно проходило голосование на избирательном участке номер 306. Учитывая эпидситуацию, на местах особое внимание было уделено санитарным требованиям. Избирательный процесс начался в штатном режиме. На этом избирательном участке зарегистрировано 157 человек. Голосовать на дому будут 4 человека. В 9 утра проголосовали 40 сельчан. Необходимо отметить, что жители Бултуртинского сельского округа активно участвовали в избирательном процессе. Явка составила 83,7%. 925 голосов, то есть наибольшее число, набрал руководитель районного отдела культуры, развития языков и спорта Салауат Нурпейсов. Алексей Кочемасов, Альбина Кумаргалиева, Рустем Ищанов, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжаик.